Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу текстурпак VPS Plus для Майнкрафта Pocket Edition. После установки текстурпака в вашем Майнкрафте пропадают все частицы, за счет которых у вас увеличивается VPS, друзья. Ну что ж, давайте начинать. Вот у нас там бегает овечка, и сейчас я вам покажу, как работает этот текстурпак. Вот мы ударяем овечку, и как видите, не появляются никакие частички, кроме опыта. Но это уже не частица, это уже сам опыт. К примеру, мы сейчас зарядим наш редстоун примерно вот так. И, как видите, никаких частиц от редстоуна не было. И нету, друзья, ну, раньше от него, конечно, частицы были. Да, давайте перейдем дальше. Сейчас вы увидите это все на динамите. Ставим динамит, поджигаем. И, как видите, никаких появлений частиц, то есть дыма нету, друзья. И, вправду, мод работает. Даже коровку давайте сейчас мы заспавним. Вот, и как видите, она теперь более-менее красная, и частицы никаких нет. А это можно показывать, конечно, друзья, бесконечно. Здесь вот это на многие предметы, к примеру, даже на рост пшеницы и на многое-многое другое, за счет чего у вас повышается FPS. Это очень круто, и это заслуживает настоящий, друзья, лайк. Ну что ж. Вот такой текстурпак был сегодня, но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.